Всім привіт, друзі! От давним-давно пора спать, а у Інни приступ писательства. Вона вирішила переплюнути, видимо, Джоан Роулінг і написує тут свій розказ. Повість. Повість, їх, извините, пожалуйста, повість під названням «Вірь в себе». Так от, «Вірь в себе». У них тут 11 мая. Пытаюсь ее спать уложить, она ни в какую. 2.09. Сначала она иллюстрации рисовала, потом решила написать повесть к этим иллюстрациям. Ну, немного наоборот. Ну, ладно. Ну, я сначала нарисовала две картинки. Да, в общем, она историю придумала, нарисовала к ней иллюстрации, теперь она ее пишет. Надеюсь, вы на Камчатке, и у вас утро, и день, и вы смотрите это видео. Короче, всем спокойной ночи, кто сейчас ложится спать. Вместе со мной. Да. Пока. Встретимся, наверное, утром. Всем привет, друзья. Мы пошли гулять. Зимний лес. У нас уже настоящая зима. Снег идет. Мы пошли посмотреть, что у нас делается. Надо посмотреть на речку, да? Да. Есть уже ледок или нет? Все, Инна уже по-зимнему оделась. Шапку свою надела. И сапоги. Да, и теплые свои валенка-сапоги. Темно как-то, ага. Ну, понятно, за один день-то ее не засыплят. Ну нет, речка еще не замерзла, вон видно. Замерзнет скоро. И насядут тут рыбаки. Все, все этими уставленными палатками. Это они там сидят. А я маме предложу опять играть в бабу-ягу. Ага, она мне опять заставляет бабу-ягу играть. Вчера я весь вечер дурочку изображала. Аглаину, подружку. То есть мы видео сняли, после этого она мне еще заставляла весь вечер в нее играть. Теперь я бабой-ягой должна быть. Да. У нас уже просто целый персонаж готов. Но у нас есть уже баба Тамара. Баба Тамара есть, баба-яга есть. Аглая со своей подругой. Я... Ой. Я скоро, наверное, театр открою. Одного актера. Угу. И кого же нам еще там? Моноспектакль буду ставить. А, ну моно не получится еще же. Вот у меня актерчик домой. Актрисонька моя играю. Дорогая. Ну иногда ты Аглая, ну. Да, иногда я за Аглая играю. Мы же играем, и у меня камеры. Все время во что-нибудь-то. Ну нет, даже еще вот, вот тут вот только ледочек. И то, наверное. Еле живой, да. Мальчишки, правда, любят тут уже пробовать кататься. Но даже их нет. Ну нет, видно же, что льда нет почти. Скоро будет. Осторожнее тут. Ой, хорошо. Вот люблю зиму. Холодно? Нет.